Как дела, моя девочка? Чем занимаешься? Где ты находишься? Помните времена, идите нахуй, блядь. Когда всех этих мотивационных ораторов, посланных нам самим богом, для того, чтобы мы потом открывали интернет-магазины по продаже смешных чехлов на iPhone, еще не клеймили позорным словом инфо-цыгане, а пользовались их услугами. О книжках типа про мотивацию, мол, ты должен, ты должен делать это. Когда ты мог прийти на тренинг развития харизмы и лидерских качеств, что тебя после него обольют бензином и подожгут собственные друзья? Когда издательство типа Ман, Иванов и Фербер тоннами выпускало всякую мотивационную литературу о том, как достичь успеха и стать сверхчеловеком и наконец-таки зарабатывать, как тот самый парень. Они особо никуда не делись. Но массовые мероприятия пока запрещены, так что посмотреть на трясущих руками инфобизнесменов не получится. Но мотивация людям нужна как никогда, потому что вокруг кризис. Вам нужна мотивация? Многие остались без денег, сил нету, настрой дерьмовый, ну вы сами знаете. Так что ради вас всех я заткнул нос посильнее и нырнул в самый прогрессивный источник знаний о мотивации. Русский ютуб. Заставка. Мотивация, говорите. Хорошо. Я вам сейчас дам мотивацию. Итак, дорогие друзья, что я могу вам сказать? Ну, короче, в пизду, блядь, нахуй, я ебал рот. Ну что, нормально? Мы спонсором интернет-передачи. Салют, ты весел. А ты в меня не верил. Пока наш духовный лидер Дэн Суперэго дует чистейший мед на Гоа. Я Дэн Суперэго. Я собрал для вас подборку самых мотивирующих видео о мотивации. И да, слово дня сегодня – мотивация. И те, кто первыми сосчитают, сколько раз за этот выпуск я сказал слово «мотивация» и отправят мне в директ Инстаграма, получат еще немного мотивации. Бля, как он любит тянуть время, Говорят, мужчины уже не те. Окей, этот видос называется «Мотивация». Если вы вдруг не мужчина и не хотите, чтобы вас смело волной мужской мотивации, лучше отойдите на потом, пока этот парень в костюме объясняет нам, почему мужчины уже не те. Записывайте. Советское детство. Женское воспитание. Повсеместный феминизм. Но, сука, почему за меня говорят да в чате библиотум? Спасибо за ответ. Я тебе так скажу, брат. Никогда, никогда в своей жизни не ставь отношения на первое место. Потому что все отношения, чаще всего, по статистике, да, ну, можно сказать, что они всегда заканчиваются. И для тебя это не должно быть самым важным. Тебе должно быть похуй. Понимаешь? Они заканчиваются, потом опять начинаются, опять заканчиваются. Вообще похуй. Закончились? Похуй. Наоборот, хорошо, опыта набрался. Значит, потом будет проще. И все, блядь. Надо саморазвиваться. Работать, зарабатывать, учиться, что-то изучать, познавать, путешествовать, отдыхать, наслаждаться жизнью. Общаться с друзьями, а не вот это вот все. Понимаешь? Все, ебать. И гомосексуализм. О, да. И это тоже. Хамап, блядь. Ёбаные тайминги, блядь. Ай, блядь. Сука. Бля, можно клип? Пыж. Да, четыре всадника апокалипсиса, изменившие мужчин навсегда. Кроме этого парня, конечно, ведь он редкость. Настоящий мужик — это редкость. Сильными мужчинами рождаются. Я. Препятствия и трудности. Я. Вот идеальные преподаватели. Я. Ты хочешь быть особенным? Я. Моя мама говорила мне, что я особенный. Я. Почему ты надо мной смеешься? Ты спрашиваешь, как? Шаг за шагом. Постепенно. Закрепляй свое право на лучшее в этой жизни. Гомосексуализм. Стремись быть тем, кем хочешь быть именно ты. И никогда, никогда, никогда не сходи с этого пути. Это самое странное портфолио свадебного ведущего, которое я видел в своей жизни. Только ты сам ответственен за свою жизнь.
Так возьми... можно было еще эпичнее музыку нахуй добавить, я не знаю, блядь, какую-нибудь. Можно сразу... Да. Все эпичные музыки. Что случится, если я включу все эпичные музыки, которые есть у меня? Алло. Ну что, друзья, я хочу вам сказать. Я хочу какать. Ёбаный рот, блядь. Вижу я с сегодняшнего дня в свои руки. Этого не должно быть. Я не хочу так жить. Надо бороться. Начни с себя. Мужчины будут брать с тебя пример. Бля, что это за видос с этим мужиком? Надо бороться, блядь. А можно? Надо бороться. Что делать? Бороться. О! The Whale. Времена меняются. Peace. Но не всегда. Перемены к лучшему. О, блядь! Осуждаю, реально. Вот так. Да. Но нет. Этого не должно быть. Я не хочу так жить. Надо бороться. Пусть я один против всех. Да, какой... Блядь, да ты заебал иначе. Нахуй. Осуждаю такую херню. Идиот. Блядь, что за пиздец происходит в этом видосе? Я его, пожалуй, выключу. Осуждаю, видео скипаю, все. А женщины? Женщины жаждут твоего внимания. Сильный мужчина — это опора... Да нахуй оно надо? ...страны, всего общества. А какова твоя роль? Я гомосексуалист. Привет, самый красивый стример сыны. О, папа, привет. Папа, блин, а вообще ты тоже красивый так-то. Я думаю, если бы у нас было какое-то соревнование, я бы на самом деле... Даже бы немного напрягся, я тебе серьезно говорю. Я почти подумал, что он рофлит, если бы не вот этот сайт, всплывающий в конце. Что ж, теперь у меня достаточно мужской мотивации, чтобы нажать на него. Оказывается, что этот редкий мужчина... Сейчас я вам включу мотивационное какое-нибудь видео. Я подписан в Инстаграме на паблик, где, короче, выкладываю всякие видео с мотивашками. Ща. Но только вам решать, насколько долго. Вы можете всю жизнь воображать призраков... Подожди, еще раз. Страх... Будет сопровождать вас по жизни. Но только вам решать, насколько долго. Вы можете всю жизнь воображать призраков, тревожиться за свой будущий жизненный путь, но на этом пути будет только то, что происходит сейчас. И решение... Дебил, блядь. Решение, которое мы принимаем сейчас, основано либо на страхе, либо на любви. Многие из нас выбирают путь из чувства страха, прикрываясь практичностью. Наши истинные желания кажутся нам непостижимыми и несбыточными, так что мы не осмеливаемся просить об этом у Вселенной. Поверьте, я – доказательство того, что у Вселенной можно это просить. Мой отец мог стать великим комиком, но он не верил, что это возможно. Поэтому он сделал осторожный выбор, выбрал надежную работу бухгалтера. А когда мне было 12, его уволили с этой надежной работы. Нашей семье пришлось делать все, чтобы выжить. Я многому научился у своего отца. И один из главных уроков – можно облажаться в том, что тебе не по нутру. Поэтому следует попытать счастье в том, что тебе нравится. Поскольку все, чего вы добьетесь в жизни, умрет и станет прахом. Останется только то, что было в вашем сердце. С высоты своего опыта могу сказать, что влияние, которое вы оказываете на других – самая ценная валюта. Мой выбор освобождения людей от забот возвысил меня до небес. Взгляните, где я сейчас. Взгляните, сколько у меня возможностей. Люди раскрываются передо мной со своей лучшей стороны, где бы я ни был. Ваша жажда признания может сделать вас невидимыми для этого мира. Не позволяйте ничему загораживать свет, что исходит из этого образа. Рискните быть замеченными во всем своем великолепии. Потому что жизнь происходит не с вами, а для вас. Я могу сказать, что все дело в том, чтобы рассказать Вселенной о своем желании и работать над ним, не думая о том, в какой форме оно сбудется. Ваша задача не в том, чтобы попытаться понять, как это с вами случится.
а в том, чтобы распахнуть дверь в своей голове. И когда дверь распахнется в реальной жизни, просто войти в нее. И не бойтесь пропустить свою очередь. Всегда найдется другая открытая дверь. Они открываются постоянно. Перед вами будет только два пути. Путь любви и путь страха. Прав. Выберите любовь. И никогда не позволяйте страху настраивать вас против легкого сердца. Озвучил Валерий Смекалов. Браво. Короче! Когда я посмотрел это видео, я встал и запустил стрим. Мужчина уже много лет обучает привлечению женщин через развитие харизмы и сильной мужской личности. И если я все правильно посчитал, то среди этих 2 с гаком миллионов посмотревших, каждый 900-й сказал «Да, это то, что мне нужно». И после череды от своего сенсея каждый соблазнил примерно по 3-4 девушки. Либо один соблазнил... Так, 9... тут есть девушки, которых соблазнили с помощью... этой книжки. 5500, а остальные смотрели. Давайте чекнем отзывы. Александр, 29 лет. Да, блядь. Бизнесмен, ну естественно. Так, на свиданиях он сильно волновался. Результат быстрое соблазнение девушек на свидание, а сейчас отношения. Что было до? На свиданиях очень сильно волновался. Ну ладно, давай. Волновался, сейчас начали получаться свидания, бла-бла-бла. Есть раздел «Прикольный случай». Итак, прикольный случай. Да, один из таких моментов, вот то, что познакомился с девушкой в интернете, и как-то мы пообщались несколько дней с ней. Спросил у нее, какие у нее планы на выходные, и было это, по-моему, в пятницу или в субботу. Она сказала, что в принципе никаких. Я сказал, что собираюсь пойти в клуб. Она тоже. И... Гаечка, а какие у тебя планы, на выходные? Я вот, я в клуб собираюсь пойти. А ты? Блять, голос. Предложил ей пойти, соответственно, тоже в клуб со мной. Она сказала, что неподалеку там живет. В клубе мы так тесно пообщались, как-то сблизились с ней очень так хорошо. Прошло несколько часов, после клуба она попросила проводить ее домой, чтобы бабуля с дедушкой куда-то уехали, соответственно, я проводил ее до дома, она предложила попить чай, сама спать уложила, посмотрели фильм какой-то, легли спать, и все произошло, вот так вот интересно. Вау, это... Как, во сне? Правда, очень прикольный случай. Я даже знаю, как на него, скорее всего, отреагировал твой учитель. Сейчас этот гуру отношений переключил. Переключился на обучение женщин. Как свести с ума мужчину? Как... Опа, записываем, мальчики. Мужчину с ума свести. Если вы не против, я не буду смотреть это видео, потому что у меня... Как сиськи ему, покажи, блядь, этого достаточно. Все очень просто, ребят, для этого даже книжку писать не надо. Сиськи показываешь и все. Если нет сисек, пизду показываешь. А у всех есть. Итак, и все. Самая здоровая кукуха. Поехали прямо сейчас. Ну что, блядь, еще мужчину соблазнить. Чувствовали заряд мотивации, потому что мы двигаемся дальше. И тут у нас есть один серьезно, клевый все парень, так просто, да. Игорь Войтенко, которого вы, кстати, посоветовали мне в Твиттере под постом, как я просил. И раз уж мы об этом заговорили, как я понимаю, вам нравится формат стыд. Значит, мне нужна именно ваша помощь в поиске чего-то по-настоящему кринжового. Я! Ну, только меня ему скиньте, я кринж. Окей, я их уже видел. Я так есть... как у меня не жужжу ему скиньте, он охуеет. PewDiePie. Подписывайтесь на мой твиттер это... и либо все, давай уже дальше. Сая, мой сквад, моя банда. Господи боже, блядь. Я не хотел вас обижать. Так вот, Игорь Войтенко, у него большой канал, куча просмотров. А у меня большой член. Черт, этот парень очень помешан на мотивации. Мотивация. Нет мотивации. Господи, бля. Нет мотивации, нет мотивации. Мотивация, мотивации. Мотивация, мотивация, мотивации, мотивации. Мотивации, мотивации. В мощной форме вполне адекватно раздает советы о том, как находить мотивацию на занятия спортом. Иногда он бывает, правда, слишком эмоционален. Воу! Порой его мотивации он столько, что на бутылке, что ли, не знает, прыгает? Куда ее деть, и похватывает это, новые темы. Возьми и сдай ЕГЭ! Я уже вообще-то сдал да? ЕГЭ. Сдай ЕГЭ! Ну, блядь! Ладно, сдай ЕГЭ! Ладно, хорошо, я тебя понял. Я запишусь заново и сдам еще раз ЕГЭ. Возьми и купи подписку! Купи подписку! Купи! Ну, наверное, еще не успели, там же не так просто все. Да.
Хотя, мог бы ты еще раз повторить, что мне нужно сдать, бро? Да! Пошел нахуй, заебал уже меня. Продолжай вкалывать. Иди в жопу, блядь. Hashtag Road to the Dream. Как вы понимаете, у этого парня дохрена энергии и мотивации. Но если после того, что вы... Денег нет. Так встань и заработай, блядь, сука, 300 рублей, что ли, нет? Ты чё, вообще шули, алё? Увидели каким-то образом, попроси, вдруг вам ещё не хватает мотивации. 400 рублей, 400 рублей, 400 рублей. Ребят, алё. Я вам сейчас тут и мотивацию включал, вот это вот всё. А вы продолжаете сидеть, и у вас даже 400 рублей нет. Ну да. Возможно, причина более глубинная. Здравствуй, брат. Если ты открыл это видео, значит, ты находишься еще в сетях анонизма. О, поверь, еще как нахожусь. Послушай, если ты дрочишь, то у тебя в жизни всегда будет все скучно и серо. Твоя жизнь будет начинаться с обычного серого. Так вот, те, кто пишет, приходят ко мне на стрим и говорят, бля, тебе что-то скучно, нахуй, ты скучный. Это ты потому что дрочишь все. А вот перестань дрочить, и все нормально сразу станет. Я буду у тебя для тебя... Для всех интересно. Доброго утра, и твоя энергетика всегда будет на нуле. Мне одному захотелось передернуть на это видео, потому что зачем иначе... Я если долго не дрочу, я каким-то раздраженным и злым становлюсь. Сука, хочется, блядь, хочется подрочить, и все. Я вот иногда забываю перед стримом сделать это. И сижу раздраженный, злой потом. Ну да. Вставлять такую сексуальную музыку. Тебе хочется забиться в какой-нибудь темный уголок, предварительно послав все нахуй. Ведь ты слабак, ты дрочер, парень. Ну я, да. Убери все свои силы в кулак. Я могу собрать силы в кулак, но ты же против этого. А знаешь, кому это надо? Кукловодам. Кому? Кукловодам. А, окей. Вова? Огромная выносливость, левитация, телекинез, телепортация. И всякие другие сверхспособности. Бля, добро пожаловать на канал Антионом, друзья. Господи. Посмотри, как ведут себя сильные люди. Спортсмены. Стримеры. Хэсли. А в них свирепые. Смотрите на меня. Жизни. Ты перестанешь быть чмом, когда перестанешь дрочить. Скажи анонизму. Fuck you, asshole. Если, ну мало ли, у вас после просмотра видео остались еще какие-то сомнения и соблазны, то есть видео, где автор канала Антионон занимается спортом. В домашних условиях. Самосовершенствование — это анонизма. Вот ты мой. Так он качок, у него не стоит. Вот он и записывает такие видосы. Все, я понял. Ты дрочер. Это, скажем так, отталкивает от мастурбации. Как говорил Морфеус из фильма «Матрицы», хватит попыток, просто бей. Смущает только то, что... Я также в 2017 году по вебке херачил. Последнее видео на его канале выходило аж 4 года назад. Ну, я вдохновился, походу. Надеюсь, он не сорвался. It's not true. It's bullshit. Ладно, допустим, вы настоящий мужик, который сдал ЕГЭ и воздерживается от непотребств. Я не сдавал ЕГЭ. Чего вам еще не хватает? Конечно же, мотивации для съемки в ТикТоке. У меня нет сил на съемку в ТикТоке. Я живу как чмо в квартире, пока все нормальные люди уже живут в хаосах. Знакомо? На помощь придет Бо. А потом бац, и попал в кринж. Ты смотришь влог Бо. Как вести влог в течение нескольких лет и не бросать. Мы планировали прийти и взорвать пару... Я стримлю уже 8 лет, и у меня даже нет желания бросать. Даже мысли о таком ни разу не появлялось. Чтобы бросить стримить, пиздец, за что, долбоёб, что ли? Миллион, а сделали всего лишь... Разберёшь и делай. Скоро, через полгода, у вас будет 2 миллиона подписчиков и 100 тысяч рублей. Клёво, что у людей, которые смотрят это... Всего лишь? Довольно трезвые взгляды на ТикТок. 100 тысяч! 2 миллиона! Когда совершенно не хочется снимать и просто тошнит от видеокамеры, от телефона, от ТикТок вообще смотреть невозможно. Проблемы белых людей вышли на новый уровень. Для чего вам 100 тысяч рублей в месяц? Вот вы держите фокус на этом, и тогда съемка какого-то видео покажется для вас пустяком. В конце пути находится большое количество денег, девочек, виски. А женщины? Ну что? Чё, блядь? Какие девочки, какие виски, нахуй? 100 тысяч рублей. И все? Не. Если ты в Москве, для тебя 100 тысяч, это что это? Ничего.
Видите, кого-то смотивировал. Получилось. Что, достаточно мотивации? Тогда 1, 2, 3, погнали. Обычный мяук. Мяу. Секси мяук. Давай, твоя очередь. О, респект, действительно без воды. Все правильно, живите на земле, и все будет ровно. Но далеко не все мотивационные видео имеют лица. Большинство выглядит как сраное слайд-шоу за кадром или отрывками какого-то фильма. Вот, например, один из самых... А как это... Подожди, еще раз. Выглядит как сраное... Дайте мне лицо мотивационное сделать, подожди. Надо смотреть вдаль, и как будто ты видишь там... Голова Джонни Тайма, блядь. Блядь. Странное слайд-шоу. Так, вот еще. Ну все, наверное, нормально. За кадром или отрывками. А он потом будет мои вот эти вот лица, короче, брать и на превью ставить. Какого-то фильма. Верь в себя. И вот моя морда такая. Например, один из самых популярных видосов под названием «Если ты от всего устал». Там есть еще видос от Нестора, но мне этот персонаж показался слишком самодостаточным и заслуживающим отдельного видео. Мэри Поппинс — это глубоко сатанинское, омерзительное существо, которое создали больные люди, испытывавшие ненависть к советскому народу. Я... Все еще в восторге от него, честно говоря. Скорее всего, если человеку будет грустно и он будет искать, как с этим справиться, он довольно быстро наткнется на вот этот вот видос. Мир, в котором мы живем, очень выматывает. Он неблагодарен. А, да? Вы устали даже от того, что живете в нем. Вы устали слишком много любить, заботиться, отдавать миру, который никогда... Ничего не дает взамен. Да. Блядь. И сидит такая 13-летняя школьница такая. Садги, да, блядь. Да. Да. Жизнь. Да. Вы устали от неопределенности. Да. Устали от серых будней. Да, все так. Когда-то вы были полны светлых надежд. Оптимизм перевешивал цинизм. Вы были готовы отдавать снова и снова, но разбитое сердце, невыполненное кем-то обещание, неудавшийся план, да. Все это постепенно возвращало вас с небес на землю. Вчера а сейчас нет совершенно никакого вдохновения, чтобы попытаться снова. Я понимаю вас. Правда в том, что мы все устали. Я, кстати, тоже заебался. Ну да, Каждый из нас. Вау, окей. Тебя целую минуту тычет палкой в рану, чтобы потом сказать, знаешь что? Тебе что? Плохо? Всем вокруг плохо. Эгоистичный ты кусок говна. И осознание того, что всем вокруг тоже плохо. Моим зрителям заебись, когда они на моем стриме сидят. Тебе лучше. Еще одна правда в том, что мы устали друг от друга. Окей, теперь это похоже на манифест скулшутера. Мы не хотим надевать маску. Но и оставаться наивным дураком нам тоже не нравится. Те оптимистичные идеалы, которые вы лелеяли когда-то, кажутся теперь безнадежными и глупыми. Ты закончил, если нет. Если вы уж так близки к тому, чтобы сдаться, сделайте еще одну попытку изо всех сил. Почему одну? А дальше что? Это видео все хуже и хуже. Тот факт, что вы выбились из сил и устали от жизни, вовсе не означает, что вы стоите на месте. Но ведь многие действительно стоят на месте. Каждый человек, которым вы когда-либо восхищались, хоть раз чувствовал поражение в погоне за мечтой. А что если чей-то кумир это типа рэпер какой-нибудь, у которого вообще не было поражений в жизни? Самое большое испытание в его жизни было связано с тем, чтобы правильно закрутить. У рэперов чаще всего испорожнение нахуй происходит в жизни. Фу, нормально, да, сказал? О, ебать, нихуя, блин. Крутить джойнт. Вы устали? По вполне объективным причинам. Вы устали, потому что многое меняете и делаете. Не обязательно, нет. Вы устали, потому что вы растете. Это не работает. Да я устал, потому что я не выспался, ты заебал уже. Какой раз сту, блядь, что я меняю? Я блядь, поспал чуть-чуть, я не выспался, и все, мне надо поспать. Что ты нахуй тут несешь, блядь? О, блядь, ты устал, потому что ты, блядь, что... Что я еще и, блядь, Илон Маск, что ли? Для него такой видос надо записывать. А я что, я хуй, я никто, блядь. Итак, это видео вообще не помогает. И когда-нибудь этот рост сможет по-настоящему вдохновить вас.
Вот именно. Вот какой-нибудь Илон Маск может сидеть такой, слушать, такой, да, да, я изменил мир, я все перевернул. Но я так устал, мне хочется чего-то, мотивации, мне надо, чтобы мне кто-то... Да. А... Сидит работяга, блядь, это школьник. Это просто мрачняк. Видимо, если когда-то это видео и работало, то в период 2017 года, потому что в 2020 это выглядит как издевательство. Правда в том, да, блядь, что мы все говно! Ладно, давайте теперь поговорим серьезно. У видоса 3,5 миллиона просмотров, и таких роликов на Ютубе очень и очень много. Бля, ну люди демотивированы. Люди в тяжелом эмоциональном состоянии, вместо того, да, чтобы вот обратиться именно за помощью профессионалов, в этом-то и проблема, пиздец, жмут на громкие заголовки. 3,5 миллиона человек, у которых... Какая-то хуйня в жизни происходит. И вместо того, чтобы разобраться в себе, они идут на YouTube, что, блядь, видос этого чебурека посмотрю, короче. Он мне сейчас все тут расскажет, и я отстану, и все, и все. Ага. Ну ладно. В надежде, что им станет легче. Как вы думаете, хоть кому-то стало легче от подобного легче видео? Легче становится, знаете, когда? Когда ты реально приходишь на стрим. Ну ладно, не обязательно ко мне. Когда ты просто посмотрел стрим, тебя хуёбит, ты на стрим пришел. Посмотрел, повеселился, отвлекся, и все, и тебе сразу лучше стало. Все, депрессия ушла, понимаете? Потому что я здесь, я живой, я в прямом эфире. А не вот эти видосы, типа, о, блядь, ну ты встань, ты улыбнись, посмотри в зеркало и скажи себе нет. Хватит. Мне вот точно нет. И судя по комментариям, никому из зрителей тоже. А знаете почему? Потому что сравнение людей с другими людьми — это полное дерьмо. И раз уж теперь я знаю, в какой форме лучше всего доносить информацию до масс, приятного просмотра. Знаете, какое видео может смотивировать на самом деле? Не те видосы, где, ну, то, что сейчас было, а, например, вот как мне кажется, вот охуенный у меня видос, Дизи, наша встреча, где я рассказываю, как долго я к этому шел, сколько было попыток, сколько было неудачных попыток, но все-таки я не сдавался и шел дальше, и мы встретились. Несмотря на то, что мы живем, блядь, на разных континентах, считай, на разных планетах. И у нас это получилось. 4 ебучих года, блядь. Кто не смотрел, зайдите и посмотрите видео, где я и Дизи. Реально рекомендую. Это как, блядь, такой микрофильм. Охуенное видео, вот. Охуенно. Говорят, по пизде. Реклама самого себя. Вот, если вдруг вам не хватает мотивации, посмотрите. Это видео, оно несправедливо набрало очень мало просмотров. Всего лишь 300 тысяч. Вот это должно 3,5 миллиона набирать. Вот это, блядь. Вот это. Понимаете? Вот это. Вот это. Вот это. Вот где должны быть просмотры. Тебе плохо? Знаешь, всем вокруг тоже плохо. Ты переживаешь расставание. Мне плохо. Одинок. Наебал! Ну и что? Я тоже проходил через это. А знаешь историю успеха полковника Сандерса? В него тоже долго никто не верил. И в меня как будто тоже. Тот факт, что людям вокруг тоже плохо, каким-то образом должен тебя успокоить. Меня до сих пор не верят, до сих пор, блядь, меня кибербулит. Неважно, какая шутка у меня, смешная, не смешная, будут писать, а, блядь, не смешно, это же Хесус, блядь, я похуй вообще. А я не сдаюсь, понимаете, я продолжаю стримить, несмотря на все вот это давление, понимаете, со стороны там аудитории, братишкина, блядь, Эвилон и так далее, их давление. А я не сдаюсь, понимаете, несмотря на то, что, блядь, все вот это происходит, я иду дальше, понимаете, сколько всего у меня было, блядь, я не сдавался и шел, и иду, и буду идти, мне похуй вообще, я стена ебаная, понимаешь, я кирпич, блядь, меня нахуй не остановишь. Прямо как порция мотивации от разных звезд, которые любят повторять: «Эй, я такой же, как и ты. Посмотри, а я не такой, как раз ты, кстати, у меня все получилось, то у тебя все тоже получится». И знаете, почему огромное количество людей, услышав эти слова, сталкиваются с реальностью, где у них не получается сделать то же самое, хотя мы все равны? Потому что все это неправда. Мы не равны. Мы можем быть одинакового возраста, телосложения, пола и расы, но наша психика сформирована по-разному. То, что кто-то быстро добился успеха, не означает, что ты сможешь так же. Я знаю, что это звучит не особо мотивирующе, но это правда. Сравнивая себя с другими и вдохновляясь чьей-то моделью поведения, ты исключаешь из этого уравнения себя и свой особенный путь. И именно в этом пути стоит искать мотивацию. В своих, а не в чужих победах. Успех — это не конечная точка.
Успех — это процесс. Подписывайся на канал. Ну, ебать, тобой... пойду нахуй, короче говоря, говна поем теперь, блядь. Отлично, блядь, смотивировал, блядь. Где? Не буду говорить, осуждаю это слово, блядь. Камбаб, блядь, камбаб, сука. Я хочу, пиццу. Я хочу сожрать пиццу. Очень вкусно, очень-очень сочно. Дайте две, дайте три, дайте все. Я сожру здесь пиццу.